Ребята, это я не рассказала же про кошку, которую я забрала с улицы. К сожалению, я знаю ее историю. Я ее стерилизовала 2 года назад. Вот, я знаю, откуда она. Короче говоря, она точно без дома, потому что нет людей сейчас на дорожке, где она раньше жила. Вот. Лежит, спит. Луняшечка, глянь на меня, пожалуйста. Кс. Луняша, Луняшечка. Вот видите, как она кайфуши ловит. Чьё солнышко, да? Откармливаем. Вчера температурка небольшая была, но ничего. Луняша! Ой, Тима, я зайка. Очень хорошая, надо срочно дом. И чтобы вы понимали, ну, у меня действительно стоит на холодильнике. Потому что на печке ей жарко, а больше поставить негде. И забирать некуда, то есть все клетки заняты. Очень нужен дом Луняши. Ласковая, хорошая, стерилизованная. Я первую прививку уже ей поставила, чипированная. Если понравилось, пишите мне, я более подробно расскажу и пообщаемся.